привет! В эфире программа «Афиша научной конференции в Москве». С вами Екатерина Беркетова. Участие в конференциях позволяет развивать уверенность в себе и расширять кругозор. В этот раз я подготовила несколько интересных мероприятий, которые дадут тебе возможность узнать полезную информацию. Начнем с апрельской конференции по веб-аналитике «Cyberanalytics Day 2018». Конференция будет полезна для студентов, которым интересен маркетинг, реклама, веб-аналитика и SMM. На конференции вы узнаете о современных способах замера онлайн и офлайн данных, управлении ими, приемах оптимизации конверсии, увидите кейсы повышения эффективности рекламных кампаний. Конференция состоится 25 апреля. Зарегистрироваться можно на официальном сайте cybermarketing.ru. Следующая в моем списке будет межвузовская научно-практическая конференция «Проблемы российской экономики на современном этапе». Она будет проводиться 20 апреля в Российском государственном университете правосудия. В секциях представлены актуальные вопросы регионального развития, инновационной экономики, управления и налоговой системы. Заявки на участие с темой доклада принимаются до 13 апреля на электронную почту конференции. Сейчас я расскажу о мероприятии, которое будет полезно для студентов, желающих реализовать себя в бизнесе. Академия интернет-маркетинга Web Promo Experts приглашает на конференцию, которая позволит тебе узнать, как с помощью контекстной рекламы добиться желаемые финансовые результаты в кратчайшие сроки. Ведущие специалисты практики компаний Google, Citrus, WebPromo, Ringostat и другие разберут кейсы и познакомят вас с лучшими инструментами оптимизации контроля бюджета рекламных кампаний. Из докладов вы узнаете, как стать специалистом по контекстной рекламе, а также свежие идеи оптимизации поисковых рекламных кампаний. Мероприятие пройдет 13 апреля в режиме онлайн. Для участия необходимо всего лишь зарегистрироваться на портале WebPromo Experts. И последнее на сегодня – это межвузовская конференц-сессия «Государственное управление и развитие России. Вызовы и возможности», которая состоится с 14 по 18 мая в Президентской академии. Научные мероприятия представлены в разнообразной тематике, включающей сферу государства, общества, бизнеса, культуры и экономики. Зарегистрироваться для участия в конференц-сессии необходимо в срок до 1 мая, заполнив электронную форму регистрации на странице конференции. На этом все. Вы смотрели программу «Афиша научной конференции в Москве», и с вами была Екатерина Беркетова. Если хотите добиться чего-то в жизни, то участвуйте в конференциях, будьте активными и двигайтесь только вперед. Желаю всем хорошей недели. До встречи на Плеханов ТВ.